В Женеве завершился очередной раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Встреча, длившаяся более 7,5 часов, проходила на уровне замминистров иностранных дел. Сегодня консультации продолжатся в прежнем составе, а в последующие 2 дня в Женеве встретятся госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф. Также завтра начнутся переговоры Ирана с делегацией стран «шестерки», цель которых – выработка соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Напомню, 24 ноября прошлого года «шестерка» и Иран должны были прийти к договоренностям, однако стороны решили продлить срок обсуждения до 30 июня этого года.